Камчатка готова к возможной вспышке коронавируса на полуострове. В регионе имеется достаточный запас всех необходимых противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Как заверили в Краевом Минздраве, на Камчатке обеспечена полная готовность имеющейся госпитальной базы для лечения больных в инфекционных отделениях. В ведомстве говорят, что во все медучреждения направлены методические рекомендации по выявлению граждан с признаками ОРВИ, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии, с обязательной госпитализацией в инфекционное отделение. В главном аэропорту Камчатки работает санитарный контроль с использованием тепловизоров. Всем организациям, которые занимаются морскими перевозками, направлены соответствующие письма. Напомним, что в конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. По последним официальным данным, только в Китае известно почти о 2000 зараженных, из них 56 скончались.